У воде не тонуть, у огни не гарать. Полевы лагерь юный ратавальник открылся у Лагойском районе на березе Плешченицкого водосховища. Умовы для его сёлета сапраўды экстремальные. Невысокая температура, дождь и ветер. Але для удельника у лагера это просто обставины, якія необходимо переодолеть и показать сапраўдный класс. Ликвидовать очаг узгарання, знайсти потерпелого у задымленным помешкании, попередить наступствы химичной аварии, а еще на хуткость переплыть на плыте речку. Кира Карлович про надзвычайные боевой настройки. Ура! Каникулы! Лес, дым вогнища, водоры, глицы и юнацтва. 250 школьников Минщини на 4 дни оторвались от компьютера у телевизора и трапили у экстремальные умовы. На березе Плешченицкого водосховища открылся полевый лагерь «Юный ратавальник». Каждый год мы стараемся что-то принести новое и разнообразить, как соревновательные, так и творческие конкурсы. Но основная цель и задача, наверное, научить ребят действовать в нештатных ситуациях. Это будет полезно и им знать. Мы приехали сюда не из-за хорошей погоды, а побеждать. Не глядя на дождь и ветер, 23 команды из всех районов Минщини показывают класс у справе быть первыми на поветры, у огни и на воде. Продемонстрировать хуткость и спрыт. Каждый хочет быть первым. Хорошо вообще. Ну, было, конечно, сразу сложно. Ну, ничего не видно, когда один фонарь на три человека. Это не очень удобно идти. Но, в принципе, не очень сложно было. Конкурсы в то же время сложные, но в то же время они нужны. Такие конкурсы, как медицина, строевая, сводно-полевые учения. То есть ты помогаешь людям, и ты знаешь, что ты сможешь помочь человеку в любой ситуации. Первое место – это не только призы и грамоты. Это еще и возможность показать себе на республиканских споборництвах и навод на международных. В последующем ребята также могут познакомиться с ребятами из других стран, потому что республиканский полевой лагерь проводится параллельно с международным полевым лагерем. Ребята обмениваются своими впечатлениями, разделятся о том, как у них в странах организовано данное молодежное движение. Поэтому это новые друзья, это новые эмоции, это новые впечатления. Очень весело, даже если тут плохая погода. Настроение есть. Проехали за победой. Нас, можно сказать, подготавливают, чтобы мы могли вот в любой момент выехать в какой-нибудь лагерь и там разбить этот лагерь и прожить некоторое время. Посиделки ля вогнища и песни под гитару так само никто не отменял. Напруженное споборництво потребует много сил, але и на отпочинок никто не забывается. Бо миновито гэта – память на все житё. Кира Карлович, Александр Бутрым, Минщина.